Мне задают вопрос, а почему запчасти на импортные машины стоят дешевле, чем на российские машины? Я отвечаю. В принципе, все должно быть понятно, да? Сколько машин производим мы и сколько машин производит, ну, допустим, Mercedes-Benz или Volkswagen или Ford. Или вообще во всем количестве, сколько машин мы производим. Так вот, мы не будем говорить о том, что, по сути событий, мы не так уж и много машин производим. И что у нас-то есть. К слову о том, тоже меня попросили, один человек решил на свой УАЗик взять там запчасть. И эту запчасть он уже ждет достаточно долгое время. То есть, в смысле, это, конечно, тоже неплохо, да? Но машина же стоит. А если ваша машина и что-то с ней сломалось, вы куда приезжаете? Мой вам оптимальный совет все-таки СВ авто. Лучший вариант за ваши симпатичные деньги. Где он находится? Как раз напротив аквапарка. Вот здесь. Октябрьская, 22. Для нас, автомобилистов, тема весьма хороша. Правильные и недорогие запчасти. То есть, я всем объясню. При четкой любви к отечеству вы попадаете на бабки. Я не против АвтоВАЗа и УАЗа. Других машин-то и нету в России. Но и там запчасти в разы дороже иномарок. А лучшая и изумительная тема по запчастям дешевле eBay здесь, на Октябрьской, 22, в СВ Авто. Так вот, о чем мы сейчас будем говорить? Все-таки, выбрав телевидение, СВ Авто поступило правильным образом. И в результате очень большое количество товаров уже проданных. Вот. Я вам как-то говорил, сколько, да? Тут мы не будем говорить о количестве вообще. То есть вы же должны понимать, что что-то немножко поменялось, что-то сломалось. Давайте все-таки пересчитаем текущий вариант. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30. Там еще склад. То есть это все дело сегодня заберут. Потому что человек работает в гордом одиночестве. А зачем нужно чего-то другое, когда все и так забирают, потому что это и есть принцип. Давайте все-таки будем работать грамотно и не втирая бешеные цены, чем СВ Авто и занимается. Музычка тут играет. Музычка играет по одной простой причине. Почему музыка не может играть в том месте, где все реально хорошо? К слову. Эти штучки? Генераторные, стартерные. Да. Еще нигде в природе я не видел этого в наличии, а здесь уже есть. Давайте все-таки в следующем моем сюжете мы вам покажем те вещи, которые здесь есть. Для того, чтобы вы поняли, что это все-таки очень круто, когда у тебя есть магазин автомобильных запчастей. Потому что кое-что ты можешь для себя привезти. Вообще клево, по сути событий. А о тех вещах, про которые мы уже вам не говорили, но которые есть в наличии, это разнообразные датчики давления масла Ford. Пожалуйста. То бишь, если у вас что-то где-то там что-то случилось, ну, не смотрите, не видите, да, температуру масла или давление что-то прыгает. Мой вам грамотный совет. Сейчас я объясню. То есть, если мы говорим про датчик давления масла Ford. Как правило, он практически всегда одинаковый. То есть у Фордов все, в принципе, нормально и ровно. То есть они не говорят о том, что какие ценники будут. В принципе, вы этот датчик можете поставить куда угодно. Тема весьма интересная. Вот. То же самое и на все остальные вещи. Volkswagen, Nexia, Nissan. Пожалуйста, ставьте. Проблем для вашего автомобиля не существует. Конечно, кто-то хочет, чтобы было сегодня и сейчас, но уж поверьте мне, количество автомобилей в мире, оно очень большое и огромное. И никто сегодня и сейчас все запасные части не привезет. Но в связи с тем, что вы, когда ездите на машине, вы же должны понимать, да, что можно ехать не торопясь. Особенно, когда что-то где-то стукануло. Ну, не сильно стукануло, так чувствуете, где-то подбрякивает, да? Зашли, посмотрели и купили себе. И в некотором случае вы можете ничего не ждать, потому что запчасти могут прийти и в этот же день. Вот так. Я сижу и смотрю. И оказывается, что машина, когда она идет на разбор, она стоит, ну, примерно 10 тысяч рублей.
Все остальное – это прибыль. Да, господа, да, господа, да, 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 да. Ну так вот, чтобы вы не поняли, точнее поняли по сути событий. Двигатель тоже бешеных денег не стоит. Так же, как бешеных денег не стоит и ваша коробка автомат. Да любая коробка. Она столько и денег не стоит, которые вам втирают. Нет, конечно. То бишь, когда вы приходите сюда, давайте все-таки определимся, сколько ваш двигатель уже прошел, есть ли возможность его делать. Просто иногда такие вещи случаются, что цена на компремонт двигателя дороже, чем сам двигатель стоит. Те же самые дела про коробки автомата. Ну, на японские машины вообще никаких проблем нет. 15 тысяч. Ну, максимум 20 тысяч целиком коробка. То есть 20 тысяч, я просто... Точнее, не я просто, мне сегодня сказали. Один человек, ну, зашел и спросил ремонт коробки. Ему объяснили 25 тысяч рублей. Я говорю, что ты не понимаешь. А смысл какой? Когда за 15 можно целиком новую взять и поставить. Где брать? А вопрос где решается очень просто. Октябрьская, 22. СВ авто. Приезжайте, выбирайте, заказывайте, привозите, ставите и ездите. Да, это один из вариантов. Потому что вариант номер другой. Если я все-таки немножко сделаю это дело по-другому, я съезжу в Москву, научусь делать коробки автомат, и вот тогда будет совершенно другая тема. Потому что как может сломаться коробка автомат, которую вы не колбасили? Может масло протечь. Такое случается. Но оно случается только потому, что высохли сальники. Не надо ее дальше разбирать и колбасить. Нет, просто сальник поменять и ездите дальше. И никаких проблем с коробкой автомата у вас не будет. Конечно, то, что мы делаем, работает. И в принципе, больше-то зачем? Другие используют тему в лифтах. Кто-то хочет прорваться на баннерах. Кому-то нужны радио, ресурсы. Но и то, и другое, собрав вместе, и вот вам тема телевидения. Вы не знаете? АСВ Авто это знает. И вот вам лучший результат. Здесь, на Октябрьской, 22, напротив аквапарка. А почему такие цены? Ну, во-первых, я же вам в начале сюжета уже говорил, что количество автомобилей во всем мире – это немножко не тот показатель, что количество автомобилей в России. В разы больше. В разы. То бишь, давайте все-таки говорить о запасных частях. Неоднократно я вам объяснял, что американцы не хотят платить деньги за запасные части. Так же никто и не хочет. И поэтому, если вы все-таки купили себе иномарку, вы понимаете результат. Запасные части не стоят дорого. Но если вы только работаете с грамотной конторой. С моей точки зрения, лучшая грамотная контора, по крайней мере, ну, для тех людей, с которыми я общаюсь, находится здесь, на Октябрьской, 22, прямо напротив аквапарка.